Получается, на японских магнитофонах нужно отключить вот эту навигацию, чтобы на нее не переходило и на нее не перескакивало. Как это сделать? В моем случае мы заходим в сервисное меню. Вот оно у меня. И вот тут вот кнопка есть такая. Здесь, по сути, нужно вот попасть в это меню. Вот здесь можно отключить. Получается, звуки вот эти вот, эта кнопка включена, это будет выключено. Чтобы отключить, чтобы не переходило на навигацию, нажимаем сюда и вот эту кнопку сохранить. Есть. Теперь, если мы включили FM, то мы будем на FM, соответственно. Вот сейчас смотрим, перехода не будет никакого. В принципе, все просто вообще до дурения. Только нужно знать. Нужно знать немножко японский язык. Но я его не знаю, тут методом тыка и подбора, в принципе, разобрался. Ну, вот, в принципе, и все. Никуда не перескакивает. Ну, и опять же, если вы перешли на HDD, то будет на HDD AUX, AUX TV, TV, AM. Ну, и, соответственно, все зависит от того, в каком меню вы находитесь. На нем вы и будете оставаться. Ставьте лайки, если помог. Это, в принципе, работает для всех японских магнитофонов, с таким меню или с похожим меню или что-то в этом роде. В принципе, вы можете перейти вот в это меню, как я показал, вот сюда. И, соответственно, здесь вот выключить что-то или включить. В принципе, тут понятно, это бип. А вот это вот переход на навигацию. Вот эта кнопка включена. А это выключено. Или наоборот, что-то я уже запутался. Но суть в том, как бы все просто и понятно. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.